Hello, my name is Walt and you are watching T-Studio Talks. Today is a very exclusive opportunity for you, for all of us, to welcome Arseny from Ukraine and his company Alt Music. And his discussion panel will be all about the company moving to here in Riga. And the interview will be held by Jirts Ozolins from Ericasins. So stay tuned and follow T-Studio. Thanks, bye. Элта, что означает? Я спаял ФУС, но никому не рекомендую. Почему Латвия? Все готовы сейчас помогать. А если надо, ЛСД можешь сделать? Я музыкант вообще. Я сейчас тебя заставляю. Душа не лежит к Еврореку. Жизнь непредсказуема. Привет, меня зовут Арсений Токарев, Элта Мьюзик, и ты смотришь разговоры Т-студио. Привет, я Дирц, и вы смотрите разговоры Т-студио. Это не обычный разговор Т-студио, потому что Валтс куда-то пропал сегодня, и поэтому он попросил меня провести этот разговор вместо его. И у нас в гости в Риге Арсений, главнокомандующий Alt Music. Alt Music, да. Да, приятно, Арсений. Привет, очень приятно. Арсений, расскажи, как тебе пришло в голову делать музыкальный инструмент? Ну, я музыкант вообще сам по себе. И всегда с юности занимался музыкой, я барабанщик. Вот. Ну и как-то любовь к электронике и любовь к музыке в одно время перекрестились. Начинал с гитарных примочек, вот, паял их и дошел до синтезаторов. Откуда информацию брал, вот, как надо эти... Ну, на сайтах, на форумах раньше схемы все были доступны. Что-то копировал, что-то свое добавлял, переделывал. Mm-hmm. И что первое было, что ты сделал? Первое было, я спаял ФУС гитарный, вот, для нашего гитариста. И, в общем, вот так все пошло-поехало. Много лет это было в стадии хобби. Это не было основным, как бы, моим занятием. А слышен этот ФУС на какой-то записи? Ну, где-то, возможно, и есть он, да. Ну, тогда я... Делаю тебе челлендж, да, что найти запись и как-то опубликовать в SoundCloud, чтобы люди могли послушать. И так. А что с группой случилось? Так как это юность была, ну, просто все разошлись в разные стороны, занимались работой основной. Mm-hmm. Я просто рос в таком месте и в такой обстановке на Донбассе, Донецкой области, где... Ну, то есть, там не было таких условий для развития. Это не Москва, это не Питер, это там не крупные города какие-то европейские. Поэтому все это осталось на таком любительском уровне. Кем ты стал профессионально? Вот люди из, вот я знаю многих в обществе производителей синтезаторов, там, музыкантов, продюсеров. И этот, ну, по-английски background, да, вот чем занимались раньше, чем кто по профессии люди, да, очень разные. И можно удивляться даже, вот как человек вдруг придумал делать музыкальные инструменты. Какая твоя, ну, настоящая профессия, скажем? Ну, я по образованию химик. Я окончил химический факультет Донецкого национального университета. Вот, работал журналистом на телевидении, когда учился на пятом курсе. Был шеф-поваром длительное время. Очень разнообразный род деятельности у меня был. А если надо, ЛСД можешь сделать? Ну, по инструкции, наверное, да. Классно. Но никому не рекомендую. Не, я думаю, что это обязательная литература каждого вообще-то. Все есть в интернете.
Но вот ты сейчас, ну, скажем, довольно знаменит как производитель музыкальных инструментов Elta Music. Вот ради такого интереса Elta, что означает? Elta, ну изначально я не мог выбрать название, и у меня была идея, что моя контора называется «Электролаборатория», и моего имени Токарева Арсения. И я просто оставил первые буквы и соединил их вместе. И получилось Elta – «Электролаборатория Токарева Арсения». А какая команда у тебя? Как ты вообще, ну, вот чтобы дойти до инструмента там, один делаешь или есть команда? Нет, есть какое-то количество людей, они все время, их количество меняется. Вот. В основном это все аутсорс, то есть все на удаленке что-то делают, кто-то разводит платы, кто-то чертит корпуса, кто-то делает графику. Но изначально все придумываю я старым способом, на листке бумаги, карандаши, ручки. Я все рисую, обрисовываю и ставлю задачи тогда. Когда ты почувствовал, что вот твоя затея электромузыкальной лаборатории в бизнес начинает превращаться? Ну, это случилось, наверное, в 2020 году с появлением Solar'а и интереса к нему. Вот. Ну, вообще меня, как говорится, заставила нужда в деньгах. И у меня не было другого выбора, как делать это более, как бы, превращать это в бизнес. Вот. Ну, а оно получилось само собой. Ну, слушай, а Solar, он все-таки такой, ну, мягко говоря, да, специфический инструмент. Вот. Изначально я его собирался сделать всего 30 штук всего. Да. Вот. Я больше не планировал, и то я думал, что никто не купит даже 30 штук. Вот. Ну, в итоге так получилось, что это в 10 раз больше вышло. Ну, а концепт Solar, вот это очень интересно, вот откуда? Ну, идея была сделать вообще свой дрон-синтезатор какой-то, и я очень люблю фильмы в стиле Blade Runner, фанат большой, и особенно последний 2049 Blade Runner, там, где музыку Ханс Циммер писал, вот, мне очень понравились текстуры вот эти звучащие, и я представил, что как это можно сделать. На обычном синтезаторе это тяжело воспроизвести, потому что очень много микротональных вещей звучит, и все время меняются какие-то аккорды, звучания. Ну, это невозможно воспроизвести. Поэтому мне пришла идея, что если я сделаю такой инструмент, где будут наборы, такие голоса, состоящие из дрон-осцилляторов, которые можно произвольно настраивать на любые звучания, текстуры и воспроизводить это в реальном времени. А потом уже я нашел отклик, как это реализовать, чтобы это упростить и как можно больше генераторов вошло в Solar. Я подсмотрел идею у Look Mamno Computer. Ну, а там, значит, 50 генераторов, да, если Solar 50? Да, 50. Это как бы такой инструмент, это ближе к 30-м, 40-м, 50-м годам. Я еще очень много читал про инструмент Льва Термина, который назывался гармониум. У него тоже на каждую клавишу был свой генератор. Вот. Для того, чтобы можно было настраивать тональные вещи какие-то необычные, звучания, терции, аккорды. Вот. Но у него еще помимо этого был на каждый генератор свой динамик, который воспроизводил звук. Вот. Ну, это тоже как бы отчасти идея как оттуда. Как бы пионер амбисоника, да, почти получается. Да, да, да.
Ну, у тебя тоже Polyvox, как бы современная версия Polyvox, да? Ну, это мини-версия, да, которую Владимир Кузьмин хотел выпускать. Да. Ну, расскажи про свое знакомство с Кузьминым и все-таки вот нету много уже таких вот имен в синтезаторах, которые вот, да, ну, такого уровня, что вот все знают, да? Ну да, это имеется в виду из бывшего Советского Союза. Не, ну Polyvox все-таки, ну, международно знакомый, ну, уже, известный, да, его раскрутили, да. Да, да, да. Ну, знакомство это, я не помню, в каком году уже запутался. А, ну, как-то мы нашлись в сети, общаемся до сих пор и несколько раз виделись вместе. Вот, я предложил ему сделать... Нашел в Ютубе видео это, где он показывал прототип Polyvox Mini. Вот. Но я предложил сделать, и это моя первая проба, сделать какой-то синтезатор. Вот, и я начал с него. Mm-hmm. Вот. Но мы до сих пор общаемся, до сих пор он мне идеи какие-то подбрасывает. И я, в принципе, собираю сделать и полноценный Polyvox, какие-то Eurorack-модули, может быть, фильтры. Ну, вот. Mm-hmm. Как сейчас дела с маленьким Polyvox твоим? Ну, он уже распродан давно, и пока, ну, не планируется больше производиться. Mm. Сейчас мы думаем над Eurorack-версией полноценного Polyvox на два генератора. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вернее, он уже как бы в стадии. А вот про такое... видение будущего, ну, наверное, есть какая-то визия, вот куда Elton Music идет, вот по тому, какие инструменты, потому вот для кого, можешь как-то покомментировать? Ну, насчет будущего не знаю, будущее это такое понятие. Я не живу будущим, потому что я не знаю, жизнь непредсказуема. Нет. Трудно представить, как вот быть на твоем месте, да, где все, что ты делал, вдруг в один день рушится. Да. Расскажи, как там были все перипетии. Вот Элта, ты говорил, вот два раза надо было. Ну, Элта не два раза. Два раза я как бы у меня жизнь менялась. В 2014 году, когда война на Донбассе была, я жил в Донецке. Мне пришлось уехать оттуда. Вот. И какое-то время я жил в Москве, и там организовал, собственно, Elta Music сделал. Начинал с примочек. По истечению времени я переехал обратно в Киев, потому что это мой, как бы, моя родная страна. Вот. Я там жил, и сейчас вот недавно случилась очередная война, которая заставила снова покинуть свою страну. Бизнес в России сейчас, который был производство, оно сейчас все, его нереально там делать, потому что страна закрытая, PayPal не работает, карты не работают, в общем, невозможность отправок куда-то по всему миру. Поэтому я здесь. Ну вот, может быть, нас слушает кто-то из тех, кто заказал Solar 50. Вот что ты можешь сказать людям, которые сделали предзаказы? Как будет Solar поставляться и как там план? Ну, последняя партия вся практически собрана, она сейчас упаковывается в Москве, и мы нашли способы, как это все перевести в Европу, в Польшу, а потом из Польши уже сюда, в Ригу, в Латвию. И дальше мы будем отправлять это всем клиентам, поэтому беспокоиться не о чем. Каждый человек, кто оплатил, все получат свой инструмент. Mm-hmm. Тут для зрителей надо покомментировать, что Арсений решил все производство Elta Music перенести в Латвию. И значит, все инструменты будут производиться здесь, логистика тоже из Латвии.
Обязательно будут инструменты тоже в Т-студио и в Риге, и, может быть, еще где-то. Это Валц сам скажет. Надеемся, что через месяц-полтора... Да, что-то уже получится. Но это немного неправильно, это не перенести, это начать с нуля. Потому что перенести это, наверное, было бы разумно всю мастерскую производство, которое осталось в Москве, перевести сюда. А здесь это остается там, а я начинаю с нуля просто. Это, наверное, вот так будет. Ну, ты первый раз в Латвии. Какие впечатления вообще? Ну, хорошая погода, приветливые. С погодой повезло, да? Да, приветливые люди. Все готовы сейчас помогать. И, ну, вот в такие трудные времена. И это очень необычно и удивляет, потому что я от этого отвык, и, ну, от той помощи и людей, которые здесь, в Европе, находятся. Ну, в общем, для меня это очень приятно и необычно. Ты открываешь фирму заново. А какие, если не секрет, какие инструменты мы можем ожидать в ближайшее время какое-то? В недалеком будущем, да? Ну, возможно, какие-то продукция Polyvox'а, новый синтезатор, возможно, возобновится производство Solar. Возможно, мы его немного улучшим, и будет новая версия какая-то. И еще один синтезатор, и какие-то Eurorack-модули. А как твой опыт с Eurorack-модулями вообще в прошлом? Ну, если честно, у меня душа не лежит к Eurorack'у, и поэтому я не особо его даже когда-то делал, и нет такой тяги к нему. Но, видимо, что-то нужно все равно делать в Eurorack, потому что им пользуется очень много людей, и, может быть, какие-то интересные вещи. У меня не было идей каких-то интересных, что можно в Eurorack'е делать, поэтому я, собственно, и не делал его. Мне больше нравятся стендалон приборы, десктопные, какие-то готовое решение, на чем можно сразу играть. Есть какие-то, если не секрет, знаменитые продюсеры, музыканты, которые играют на твоих инструментах? Ну, я такой, как человек скромный, я не очень люблю это афишировать. Я сейчас тебя заставляю это говорить, да? Это ты не хвастаешься. Не, я не хвастаюсь и не хотел бы, да. Ну, есть ряд, очень много композиторов, которые, саунд-продюсеров, которые пишут музыку к сериалам на Netflix'е. Очень много кто покупал. Я не вдавался в подробности, я не знаю их фамилии. Вот. Из музыкантов таких с мировым именем, это Трент Резнер, Nine Inch Nails, Мартин Гор, Depeche Mode, Том Роуленс, Chemical Brothers. Вот. Последний был запрос от Жан-Мишель Жара. Кто еще? Кто-то мне присылал фотографии у группы Falls английской, Noisy. Ну и кто-то там еще, я особо... Я даже этого не знал, это все случайно было. Например, Тайс из Noisy. Я просто не мог на ярлыке фамилию прочитать, и я спрашиваю у своего коллеги, говорю, как это? Он говорит, так это ж Тайс из Noisy. Я говорю, я не знал. Так это происходит. Ну да, я как производитель, это нашу индустрию, это очень отличает от, производства каких-то массовых товаров, потому что люди-то знают, что Solar из Украины, да, и там
Синтрекс, например. Ну, они знают в основном, что он из Москвы, потому что это все производилось в Москве, я жил в Москве, но я сам из Украины, и я гражданин Украины, поэтому... Как ты видишь вообще вот будущее фирмы или, ну, бизнеса в Украине? Это, ну, сейчас вообще... Ну, там я ничего не вижу пока что. Там, ну, сейчас это разрушенная страна, поэтому каждый день все меняется, поэтому неизвестно, что будет завтра, надо вот жить сегодняшним днем. Поэтому про будущее я вообще не могу ничего сказать. Потому что оно может завтра поменяться 10 раз. Почему Латвия? Ну, потому что я написал вам, конкретно тебе, спасибо большое за поддержку. И, ну, потому что в Европе нахожусь, и, во-первых, здесь много кто говорит на русском, что очень... близко для контакта, и как-то ты немного оказываешься, как будто ты дома. Вот. И, ну, вы ответили, предложили свою помощь какую-то в том, чтобы я сюда переехал, что-то сделал. Да? Поэтому, собственно, здесь. Это очень приятно. Я всегда говорю, что в Латвии вот одна из самых лучших инфраструктур в мире для... Ну, еще здесь завод «Альфа», где делаются микросхемы для поливоксфильтров. Да, и мы можем сделать там корпуса, да, можем все, ну, вообще-то целая цепочка вот производства, все налажено, да? Да. А в какие страны экспорт у тебя был? Где? Ну, европейские страны, Америка и немного Австралии. Бывает там единичный случай, это Китай, Чили, вот. Один раз даже поливоксфильтр купили в Бейрут. Вот. Ну, в основном Америка и Европа. А ты вообще много путешествуешь? Ну, нет, до этого немного путешествовал. А как выставки, например, если вот люди хотят попробовать Solar 50? Ну, на Супербус я когда-то собирался на выставку, и когда ковид случился, и все отменилось. И вот тогда я не поехал. Ну, сейчас Супербус через 2 месяца как раз. Надо... Ну, время думать что-то. Ну, я не успею, и поэтому... Ну, я не ставлю себе таких задач, быстрее там успевать на выставке. Как будет, как получится. Ну, а если человек хочет послушать Solar 50, что ему делать? Или, ну, не послушать, поиграть, что потрогать. Делать? Есть какие-то магазины, где пойти там? Да, есть и в Европе есть, и в Америке это Perfect, в основном Circuit Audio. У них, возможно, будет. Мы им тоже должны сейчас будем отгрузить 10 штук. Вот. Поэтому там можно попробовать. Но напоследок тогда я хотел пожелать тебе удачи в воссоздании компании. Нам уже, спасибо. Надеюсь, будут... как у по-латышски есть такой, в новых звуках будет. Так что, да, ну, я надеюсь, ну, не я уверен, что через, да, пару месяцев Elton Music будет уже более известно и будет производить намного больше, да. Ну и зная все политические сейчас, что происходит, и войну, которую Россия начала против Украины, я не могу перестать восхищаться героизмом всех украинцев, да, которые
остались там, которые стараются делать бизнес за рубежом. И только сказать слава Украине. Да, слава Украине. Mums ir daudz dažādu citu video, šeit, šeit, te apakšā skaties. Ļoti daudz dažādu Latvijā pazīstami cilvēki. Seko mums Instagramā, nāc uz veikalu, Firsa Sadoņko vielā 21, un tiekamies jau nākošais video. Paldies tev!